такую. Фотография? Бабушка! Это еще что такое? Бабушка, она передумала. А, не, не передумала. Бабушка, у тебя прическа испортилась. Бабулечка, ну ты прям тасочная вообще. Праздник называется Хэллоуин. Знаешь, нет? Не знаю, милок. У меня из праздников только пенсия. И когда у меня зуб выпадает очередной. Я фее там пишу, там она мне денежку приносит. Это помощь к моей пенсии. На тебе, бабушка. Ничего себе. Бабушка на 1 сентября пошла с бантиками в школу, друзья. Так получилось. Но бантики завязывала ей себе на голову, поэтому сказать. У Леры есть прекрасная история. Начинай. Спасибо, друзья. История была закончена. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Грэнни стала сиреноголовым опять. Всем привет! Привет, друзья! Всем канал! Решка Плей! Нифига себе! Опять. Так, блин. Нифига себе, опять мы проснулись на кровать. Так, ого. Ты за стихами умеешь уже говорить? Нет, конечно. Так, пошли. Да. Ребята, тут у нас есть подсказки. Интересно, что они надо... Бабулечка, ты где? Интересно, а как она нам... будет выглядеть? А можно нам сразу показать... Чтобы выход был открыт, так подсказать, чтобы... Да, можно нам сразу показать открытую дверь, друзья, мы очень хотим. Причем, желательно, конечно, со двора, так берем от колодца. Друзья, сегодня... Ой, что это такое у нее? Фотография? Бабка! Это еще что такое? Бабушка, она передумала. А, не, не передумала. Бабушка, у тебя прическа испортилась. Короче, бабушка в лесу ходила навстречу с сиреноголовым, он на нее наступил, и у нее выросли две сирены на голове. Там есть, раньше там была рука на стекле, а сейчас там просто бумажечка с кровяным пятнышком. Так, друзья. Которая говорит, что убирайтесь отсюда, потому что если она вас придавит, то тоже вам нарастет две сирены. Да, да, растет две сирены, смотри, дверь открылась. Но бабка идти не хочет, она, видать, очкует. Ступеньки высокие. Бабка, чё ты боишься? Так, взяли с вами. Ходи! Друзья, проходим сегодня эту игру полностью. Поддержите лайком эту серию. Очень смешно и очень круто. Кстати, где дедушка? Дедушка от сирены не вернулся, а бабушка вернулась. Так, все, бабушка. Потому что от сирены возвращается только избранный. Божечки, слушай. Бабушка на 1 сентября пошла с бантиками в школу, друзья. Так получилось. Но бантики завязывала ей сиреноголовый, поэтому навязала вместо бантикова и две сирены. Так бывает. Бабулечка, ты где? Вроде бы это нормально. Вроде бы это нормально, но если бы бабушка ходила в первый класс. А так это абсолютно ненормально. Ребята, никогда ногти не делайте, не навязывайте себе бантика в виде сирены. Так, молоточек берем. Друзья, здесь нам с вами нужно, чтобы выбраться из двери. Код мы уже нашли. Нам нужно здесь с вами разбить сейчас вот эти вот деревяшечки. Найти ключ от сейфа, в котором лежит главный ключ. Нам нужно найти арбуз, который расколоть во дворе. И нам нужно найти кучу всякого разного всего. И, конечно же, посмотреть питомца и Слендерину. Если они здесь есть. Здравствуйте, Слендерина будет есть? Нет, никого нету. Никто не отвечает. Смотрите, манежик пустой. Никого нету, друзья. Сирена всех похитил. Это супер ключ. Если его вставить в Грэнни и провернуть, то должны сирены отпасть. Наверное. Друзья, тихо, Лера. Спокуха. Хватит читать мне Моголя. Не мешай. Да, не читаем Моголя никогда. Особенно Гоголя. Так. Лера, подожди. Сбиваем камеру. Короче, я не понимаю, что, о чем он мне рассказывает. Я тоже не понимаю. Но у Грэнни нашей 1 сентября. И она пошла в лес, чтобы встретиться с сиреноголовым. Потому что это был ее первый учитель в школе. Вон она бежит. Горит сиренушка. Мой любимый первый учитель, сопроводи меня, пожалуйста, на первый звонок. Он говорит, Грэнни, ты меня... Достал уже. Достала. А тут есть что-нибудь? Во, батарейка! Ребята, взяли батарейку! Офига ты. Короче, Грэнни пошла в лес, и сиреноголовый случайно на нее наступил. Каким-то очень коварным образом. И превратил ее голову в ее голову с двумя бантиками в виде сирен. И сказал, иди в школу, твой класс 7 Б. Свободно! Она говорит, хорошо, но мой класс 5 А. Ничего не знаю, Грэннюшка.
Ну, господи, слушай, у нее прям антенна. Слушай, наверное, поэтому дедушка от нее убежал. Она антеннами переключает сигнал от телевизора. И он не может посмотреть своих любимых смешариков. Точняк, я все понял. Ребята, так, что нам еще нужно собрать? Жесть какая-то. А интересно, что такое подсказка? Мы ее нажимали, но она вроде ничего не дала. Но мы вроде и так все знаем, какие предметы брать. Поэтому погнали. Да, Лера, что ты хотела рассказать? У Леры есть прекрасная история. Начинай. Спасибо, друзья. История была закончена. Гильотина, опускаем. Так, ребята, здесь нужен арбуз. Без арбуза гильотина не работает, потому что нам разрезать нечего. Мы было хотели поставить туда Гренни, но она не пришла. Да. Если гильотиной отрубить по очереди каждую из сирен Гренни, то может получиться нормальная Гренни. Ребята, как... А, тихо-тихо. Как вы думаете? Батюшка. Должно получиться. Бабулечка, ну ты прям тасочная вообще. С двумя рупорами на голове. Сирена похитил ее разум. Он встал и ставил ей мозг две сирены. И теперь она постоянно слушает Диму Билана. Вот почему. Или Егора Крида. Ребята, мы взяли с вами арбуз. Пойдем поедим. Так, где поесть? Где нож? Бабка, где нож? Смотри, какой ковер веселый. А ковер, короче, перемешка Майнкрафта и Роблокса. Черти пойми что. Я не знаю, где нож. Лера, где мне взять нож? Я хочу разрезать арбуз. Но не тащить его на гильотину. А хочу его разрезать здесь и просто покушать. И, скорее всего, там внутри ключ, я так думаю. И нам еще здесь с вами нужно найти арбалет и пригрохать нашу бабушку-сиренушку и посмотреть на нее очень близко. Так, кладем. Кия! Пау. Есть. Что там? Нет. Да? Не может быть. Пошли! Так, бабулечка. Бабулечка за нами не успевает, потому что сирены цепляются об дверные косяки, об дверные проемы и об потолок. Сирена, бабушка, ты зря к сирене в лес ходила. Я тебе сколько раз говорил, не слушай песни. Эти песни завораживающие. Вот, Лера, скажи, пожалуйста, тебя завораживает песня? В темно-синем лесу и трепещут осины, где с дубов колдунов приходил сиреноголовый. Что? Берем арбалет. Так, смотри, я тебе сейчас все покажу. Погнали. Спасибо, не надо. Пожалуйста, надо. Так, сейчас пригрохаем нашу бабушку и посмотрим на нее сблизи. Лера, это очень интересно. Я тебе говорю, там наверняка купальник, трусы и много всякого разного. Смотри, она даже в другой одежде. Она подготовилась к нашей встрече. Она шла на 1 сентября. Не, она к Хэллоуину подготовилась. К Хэллоуину? Ты думаешь? Ладно, пойдем. Сейчас проверим. Бабуля, ты знаешь про такой праздник, называется Хэллоуин? Знаешь, нет? Не знаю, милок. У меня из праздников только пенсия. И когда у меня зуб выпадает очередной, я фее там пишу, там она мне денежку приносит. Это помощь к моей пенсии. На тебе, бабушка. Ничего себе, реально у нее рупор из башки. А, пропали. А ты падать будешь или так постоишь? Ладно, погнали, друзья. Положили нашу бабушку спать, а оказывается, что постояли нашу бабушку спать. Так тоже и бывает. У нее пропали рупоры. И у нее пропали сирены. Друзья, так бывает. Бабушка наша была не настоящим сиреноголовым. А где же настоящий сиреноголовый? Давайте поищем. А давайте не будем. А давайте возьмем вторую с вами транквилизатор и пойдем нашу бабушку растормозим еще разочек. Так, бабулечка, где ты? Она еще от того транквилизатора не очухалась. Отвертка, подожди. Оп. Так, берем с вами отверточку. Нет. Открываем под лестничкой нашей. Там же под лестницей было обычно. Вроде бы как да. Насколько я помню. Ребята, это та часть Гренни, в которую мы с вами очень давно не играли. А, да, под лестницей, точнее, все. Так, отвинчиваем. До свидосик. И берем с вами ключик от сейфа. И ключик от сейфа, знаете, где нам с вами нужен? Где? В сейфе. Все логично, ребята. Игра полна логики. Да. Открываем. Я думал, там сирены. А там кусачки. Ладно, кусачки нам с вами нужны в трех местах. В первом, на выходе. И в комнате, рядом с комнатой Слендерина, где у нас вентилятор. И где лежит с вами у нас самый главный, ребята, голубой ключ. И где лежит две сирены нашей бабушки Гренни. Они запасные. Потому что наша бабушка Гренни, когда очень часто падает после нашего выстрела, она ломает сирены. Так, берем с вами голубой ключ. И ей нужны запасные.
И они у нее обычно лежали здесь, но здесь их сейчас нету. Ребята, как вы думаете, чем закончится эта игра и какая бабушка перед нами предстанет? Я не знаю, ребята, что будет. Давайте выбегать. Лера уже изо всех сил молчит, потому что не знает, что сказать. Потому что ты мне фигню всякую договорил. Да. Бабушка Хлуин, там бабушка Две Сирены, бабушка... Бабушка, там... бабушка, иди успокой, пожалуйста, Лерочку. Прочитай колыбельную, баю, баюшки, баю, не ложись на краю, придет Лерочка. Смотри, она стоит по-прежнему, ты видела, Лера, вообще? Она реально застыла. Она как на линейке на 1 сентября, 7 Б. Да, извини, колокольчик. Все на урок, все на урок. Первый урок математика. Бабулечка, мы сейчас возле тебя там шестереночку поставим и тихонечко от тебя сбежим. Придет сирена, не говори, что мы приходили. И придет... так, все, ставим. Куда ты своего дедушку дела? Вторую шестеренку. Все. Опа, ключ, бабушка. Стоит. Стоит, дорогие друзья. На линейке. Да, на линейке стоит, друзья. Она празднует 1 сентября, хотя оно давно уже прошло. А мы с вами сбегаем! Сирена вперемешку с бабкой. А где концовка? А что за... The end? Нету концовки даже? Шо? Шо? Мы проходили эту игру ради того, чтобы нам показали The End? Ребята, жесть! Не 1 сентября. Где сладкоежка? Где шарики в небо? Где это все? Мы не можем понять, 1 сентября у бабки или нет. Сиреноголовый похитил праздник. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все новые видео на всех наших каналах. Ссылки в описании. Мы стараемся только для вас, потому что вас кто? Самый лучший. Потому что мы вас всех что? Очень-очень любим. Всем пока, друзья. Пока.